Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Мы продолжаем Halo Spartan Assault. У нас первая миссия Умбра и ее третья часть. Как вы видите, у нас остается их еще три вместе с этой. Так, укрепление вершины. Так, наш исследовательский центр Альфа был построен у основания древнего сооружения Предтеч. Недавние находки. Недавние находки из землян. Это мы знаем, это Forerunners. Называли их так, ковенанты. Так, когда стало ясно, что ковенанты двигаются по направлению к объекту Предтеч, командование забеспокоилось о судьбе объекта Альфа. Основной упор ковенанты делали на десантные корабли, и спартанец Дэвис, сообразив, что сконцентрированный зенитный огонь нанесет им большой урон, приступил к развертыванию комплекса противовоздушной обороны в пункте под названием «Ледяная вершина» в западе от центра Альфа. К несчастью, ковенанты также пришли к выводу о необходимости захвата этой территории, поэтому, когда Дэвис достиг места назначения, ледяную вершину уже заполонили пехотинцы и элита. Так, здесь на золото 75. Так. Давайте, спартанцы, дается один только щит. Так. Щит перезаряжается только при ближней атаке врагов. А если враги становятся опасней? 4. Слепота. Важные элементы интерфейса скрыты. Ладно. Оружица. Обойдемся. Без оружица. Так, функции брони. Спринт. Сверхщит или автостраж. Давайте автостража попробуем. Надо же как-то очки. Ну, давайте так пойдем пока. Попробуем. Будет ли нам это сложно или нет. Ну что ж. Будем сражаться. Так. Take fire. Да-да-да.
банши. Давай, гад. Еее. И гранатками подзарядился заодно. Так кто там тебя атакует? На, типа. А нужно защищать? Так, ну это мои. А, это десант постоянно идет. Так, 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 не подходить мне к нему вообще не с руки, потому что он меня загасит. Еее! Ну, конечно, немножко меня это понапрягало. А так, слабенько как-то. Что же, смотрим. Так, А4. Выжить, чтобы сражаться. Танки, буду танки. Хотя нашим силам и удалось замедлить наступление Ковенантов, полностью остановить его не представляется возможным из-за большой численности сил врага. Так, непрерывный поток пехоты, гоустов, призраков, короче, духов и авиационной поддержки Ковенантов двигался по направлению к исследовательскому центру Альфа, сделав вывод, что возвращаться на объект нет смысла. Спартанка Палмер, комсомолка, начала пробиваться сквозь полчища врагов в надежде добраться до одного из северных аванпостов. Она собиралась разгромить воздушную поддержку ковенантов и дать нашим войскам шершням, это, наверное, те маленькие летательные аппараты с двумя лопастями, винтами, то есть, приземлиться рядом с аванпостом. Конечной целью было проникнуть, покинуть X-50 и предупредить Дратеус 5 о вторжении ковенантов. Ну, как-то так. Давайте без лишних приколов побежим дальше. Нитных духов. Не понял. Дали мне посидеть. О, так в натуре. Офигенно мне гранатом. Да, это помню, они все неповоротливые у ковенантов. Ну, как бы, инерционные очень. Угу. That's a confirmed kill!
одним залпом можно ложить их. Так, у нас пол житла осталось нашего средства транспортного. Разобрали без проблем. Добрались. Вау, миссия пройдена. 88 тысяч. Неплохо. Ну, можно было еще быстрее, конечно. Блин, чуток не хватило. Так, меньше чем через час после начала вторжения на X-50 спутник уже находился под контролем ковенантов. Нехило так они. Несмотря на масштабность нападения на X-50 на базе на Дартеусе 5, ничего не подозревали о случившемся. Господи, уже. Так как необычный магнитный резонанс планеты часто блокировал связь с остальным миром. Пока спартанец Дэви сражалась, удерживая позиции на X-50, спартанка Палмер привела в исполнение свой план, направившись на Дартеус 5, чтобы предупредить о неизбежном нападении ковенантов на колонии. Палмер приказала находящимся поближе с морпехам отступать к посадочным площадкам шершней. Лишь 6 из них добрались туда живыми. Они сдерживали надпись сил ковенантов, пока Палмер не удалось скрыться. Ну что ж, давайте двигаться. Давайте робота Чейку возьмем. Или не надо? Спринт. Давайте возьмем паровик, посмотрим, как он работает. Надо не заливать. Выжить. Офигеть! Я не думал, что они могут с любой стороны идти. Так, надо пополнить боезапас. Тихо, ребятки. А, ну хоть так.
Так, ну тут молодец, стоит так хорошо, прикрывает. Так, гранатку подбираем. Иди. Реально, проходик с одной стороны только. А куда остальных бросили? А, вон к ним тоже прилетело. Но я теперь спокоен. Нормалек. Вот такие дела. В общем, всем спасибо за просмотр. До новых встреч.